So that's our that should be our meditation. Такова должна быть наша медитация. That everyone we meet, whoever they may be, my meditation is I am their servant. Что любого, кого мы встречаем, кто бы он ни был, моя медитация это что я его слуга. And I can serve them if I'm a sincere servant of the acharyas. И я могу служить им, если я являюсь искренним слугой ачарьев. If I take shelter of the acharyas and their representatives, their instructions and their example, and meditate how to assist this other soul become conscious of Krishna. Если я медитирую на ачарьев, на их наставления и пример, и пример их и наставления их представителей, я медитирую на то, как помочь этой душе вернуться к Кришне. Then dadami bodhi yogam tam. The more consistently, the more enthusiastically we try to help others become conscious of Krishna. Тогда дадами будхи йогам там, чем более настойчиво и чем с большим энтузиазмом мы пытаемся помочь другим душам вернуться к Кришне. Then Krishna will speak to us. Тогда Кришна будет говорить с нами. And give us intelligence how to fulfill his mission. И давать разум, как выполнить его миссию. He'll empower us to fulfill his mission. Он будет уполномачивать нас выполнять его миссию. And then tesham eva nukam paratam aham agana jam tamaha nasham yam yatma bhavishto gyani dipena bhashvataha. Gradually we'll become a little humble. Постепенно мы будем становиться немного смиреннее. Well, gradually we'll accept the fact that we're Krishna's eternal servants. Постепенно мы будем принимать тот факт, что мы вечные слуги Кришны. Or gradually we'll accept the fact that we're the servants of the servants of the servants of Krishna. И постепенно мы будем принимать тот факт, что мы являемся слугами слуг Кришны. That's the beginning of real humility. Это начало истинного смирения. And when Krishna sees that we're actually accepting ourselves as Krishna's servants of his servants. И когда Кришна увидит, что мы на самом деле понимаем себя как слугу его слуг, then we get recommended, as I said. Тогда мы получим эту рекомендацию, как then я говорил. Then Krishna's servant can recommend us to his master. Что слуга Кришны порекомендует нас своему господину. Or I should say, our master can recommend us to his master. Или можно сказать, что наш господин порекомендует нас своему господину. And he'll go all the way up the line of the acharyas. Итак, восходя по всей этой цепочке ачарьев. Ха-ха, Сваруп Санатан, Рупа Рагуна, to the six Госвамис. К шести Госвами. And then to Адвайта Ачарья. И в итоге к Адвайта Ачарьи, Господу Нитянанде, Господу Чайтанье Махапрабху. И нас примут как искренних слуг этих трансцендентных личностей. Нас примут, признают Кришна и обитатели духовного мира. Aham agyana jam tamaha na shamyam yatma bhavasto gyane dipena bhashvata. Then Krishna will actually appear within our heart. И тогда настоящий Кришна по-настоящему проявится в нашем сердце. Along with his associates. Вместе со своими спутниками. In other words, when we chant Hare Krishna, we realize that Krishna is present with his associates. Другими словами, воспевая Харе Кришна, мы будем осознавать присутствие Кришны и его спутников. It's not a question of our qualifications. Это не вопрос нашей материальной квалификации. It's a question of becoming a sincere servant of Krishna's servants. Вопрос в том, чтобы стать искренним слугой слуг Кришны. Seeing the good example of the other devotees in serving Krishna's mission. Видя хороший пример других преданных, как они служат миссии Кришны. Cooperate with them. Сотрудничать с ними. Utilizing the energies Krishna has given us to please the devotees, the acharyas, and the six Goswamis, the Panchatattva.
Использовать энергии, которые Кришна дал нам в служении Ачарьям, Панчататве, Шести Госвами. И доставлять радость Кришне, помогая другим стать сознающими Кришну. Then Krishna consciousness will become real to us. И тогда сознание Кришны станет реальным для нас. It'll go beyond just a theory. Это не будет просто теорией. Or sometimes a little bit of experience. Когда иногда мы получаем какой-то небольшой опыт. It'll actually become a reality. Это по-настоящему станет реальностью. And when there is devotees actually experiencing Krishna, и когда преданные по-настоящему получают опыт Кришны, manifesting Krishna in this world, как Кришна проявляется в этом мире, then the Hare Krishna movement will actually spread. Тогда движение Хари Кришна по-настоящему распространится. Then people actually become real devotees of Krishna. Тогда люди по-настоящему станут настоящими преданными Кришны. And the more real devotees there are of Krishna, the more the Hare Krishna movement will become actually powerful. И чем больше в этом движении будет настоящих преданных Кришны, тем более могущественным оно будет. Spiritually powerful. Духовно могущественным. And all the acharyas will be pleased. И все ачарьи будут довольны. The six Goswamis will be pleased. Шесть Госвами будут довольны. Панчататва will be pleased. Панчататва будет довольна. Krishna and his associates will be pleased. Кришна и его спутники будут довольны. And we'll all be pleased. И все будут довольны. Hare Krishna.